Всем привет, дорогие друзья! С вами, как всегда, я, Russian Fear, и мы продолжаем прохождение Diablo 4. Так, чем мы сегодня с вами займемся? Нам надо попасть к древу сегодня. Вот что нам надо. И надо сходить... По-моему, уже мы можем улучшить эликсир. Не знаю, по траве там как у нас... 45-е, но не хватает лозы висельника 4. Ну ладно, это мы добудем. Так, сюда. Пойдем по основному заданию. Что нам сейчас скажет и даст древо? Послушаем. Может быть, даже нам предстоит сегодня убить первого босса вампира или кого-нибудь такого. Поживем, как говорится, увидим. Ну, погнали. Давай, рассказывай, древо. Готово. Так, одноручного, двуручного, амулетов. А амулет на сколько уровня? 40-го. Ну отойдите оттуда. Давайте двуручного оружия. Нашел и потерял. Двуручная коса еще выпала. Ваш прислужник увеличенный урон. Кстати, если она лучше этого, то мы ее и возьмем. К интеллекту это, а это... Удачный урон противников. Это к интеллекту, к периодическому урону. Не, наша лучше получается, да? Ну да. Это мы разберем. Так. Волки на пороге. Приоритетное задание. Вернитесь к Эрис в Кетборду. Ну пойдемте сюда к кузнецу сходим. Разберем все. И я косу же не улучшал. Я забыл совсем. Так, чиниться нам не надо. А косу нам надо по максимуму, но нам не хватает серебряных самородков, к сожалению. Так, всякой фигни у нас не лежит. Давайте идем по основному заданию тогда. Что у нас говорят в основном задании? Теперь я могу открыть запечатанную дверь, но мне нужна помощь охотницы, чтобы провести необходимый ритуал. Пора узнать, как у нее дела. Нет, не надо нам ничего обновлять. У нас все хорошо. Пойдем к охотнице. Вот когда игра прогрузилась, сразу же и загрузка быстрее пошла, и все остальное. Заметили, да? Что происходит? Какой-то замес у них здесь происходит, видимо. Что за глупые вопросы-то? А
Агерленд из племени медведя. Пожелтевший свиток. Древний текст во всевозможных подробностях описывает проклятие вампиров, отрывок, в котором говорится, сколько времени требуется на превращение, обведен свежими чернилами. То есть она что-то узнала. Свиток потенциальных союзников. Многие имена и названия зачеркнуты, а бумага рядом с ним пестрит над подписями. Напротив собора света стоит восклицательный знак. Поправьте изящную чашу. Ну давай. Верните череп. Череп надо положить назад, видимо, что его скинули. Он же нам начал рассказывать всякие важные дела. Поделитесь свежей кровью. Нифига себе, он себя литра 3-4 слил. Искать ее, искать тебя, не меня, даже не узнал меня в лицо. Чего? Где Эрис? По-моему, охотница что-то узнала. Она ушла в собор света. Не захотела тебя дожидаться. От тебя несет. Ты уже почти как он. Ей не нравится. Окей. Нам что-то дали новое. Вот это что такое? Редкий кинжал. Кинжал вампирского ассасина. Зачем он мне? Просто как... как реликвию оставить, если. Так. Восполняют максимальное здоровье. А здесь... на один меньше урона за каждые 3% недостающего здоровья. Давай сюда. Так, ну погнали. Значит, нам Киовашат. Правильно? Правильно. Отыщите Эрис в соборе света. Ну, понятно. Все завязано опять на соборе света. Можно было, в принципе, догадаться. Кузнец, мне надо много материала. Неплохие материалы остались. Да, фигня, вот именно всякая. Кожи не хватает, а тут нам не хватает самородков серебряных. Так, ну кинжал давай сюда положим, пусть лежит пока. Он по квесту, ну, по основному квесту. По главному нам достался. Кстати, о уровне мира статуя. Блин, ну рано пока еще, я думаю. Ты... что ты тут делаешь? Ну, как бы тебя ищу. Но я говорил, тебя еще. А что такое? Да что такое? Армия Зира вырезает жителей. Собор бездействует. А теперь еще... а теперь еще и ты свалился на нашу голову. Пойдем поговорим. Здесь нельзя. Ты слишком полагаешься на силу Зира для боя с ним. И теряешь себя. Если сорвешься, я ничего не смогу поделать. А что мне-то делать? Не бойся, я прекрасно себя контролирую. Я могу помочь. Хотелось бы в это верить. Ладно. Ищи слуг Зира и убивай. Хватит им питаться нашей кровью. Вот это уже если другой разговор. Нам всем и так конец. Найдите и остановите кровавую жатву.
А это вот здесь. В принципе, мы уже участвовали в них, в кровавых жатвах, и не раз. Поэтому не думаю, что это будет сложно. Кстати, тут еще... такая штуковина есть. Нам не хватает чуть-чуть для сундук с снаряжением охотников. Редкая награда. Ну да, надо. Вот сапоги нам бы еще. Ну, в принципе, можно собрать неплохо, я думаю. И уровень заодно поднимем. Кстати, по поводу уровня. Вот так сделаем. Потому что я думаю, что мы здесь надолго задержимся. Скорее всего, на всю серию. Так, нам сюда. Вампиры обратили на вас внимание. О, молодцы. Что обратили, я рад. То есть до этого времени они не обращали внимания. Так, тут что у нас? Приманок еще мало. Вот это я понимаю. Кожа нам нужна. Вы участвуете в событии. Ну давайте поучаствуем. Самое главное, что мы здесь не одни. Давай. Мы с колдуньей участвуем, да? Спасибо. Спасибо. Но больше всего меня интересуют, конечно, приманки. Сундук.
Открывай. Ну это мы и так соберем. Может быть, даже что-нибудь легендарное найдем, да, здесь? Так. Фигня. Нам куда? Нам надо вот сюда. Три мрачных дара. Ну давайте, поехали, чего бы и нет. Сундук. Сундуки открываем. Где? Все. Ну вроде все. Там. Мои хилые воины. Вы все в сборе. Да, никто не умер, так что вперед. Нужно больше эссенций. Сейчас добудем тебе эссенции, не бойся. Так, а вот тут нам надо зайти сюда. Такие штуки нам нужны. Трава нам тоже нужна. Вау, нифига у вас тут. Как-то неудачно я заехал. Вот он, главный. У меня нет сердца. Серебра-то мы точно насобирали, я думаю. Железо. Так, надо выкинуть. Что нам не надо? Такое нам не надо. Остальное вроде все желтое. Привет. Приветствую. Он за мной увязался, да? Давай, подеремся. С братишей. Как я и просил, ножная броня. Это хорошо. Что нам дает ножная броня? Барьер. Магический пузырь.
Ну, к силе, это к ловкости. Даже не знаю. Наверное, пока нет. Так, ладно, погнали дальше. Всех будем валить толпой. Место еще есть? Да, еще есть. Стоп. Что мне здесь надо сделать? Кожа превосходного качества. Это прям то, что доктор прописал. Что бы я без тебя делал? Понятия не имею. Ты все? Да, ты все. Вот надо было купить ключи. Обувь. Просто обувь. Легендарная просто обувь. Нормально. Я не могу это взять. Контракт богов. Так, ладно, погнали. Киавашат. Мы уже почти выполнили наполовину этот контракт. Сейчас мы все быстро продадим. Посмотрим, что мы нашли, оденем, если что, что хорошее. Ботинки. Так, в ботинках у нас три контракта, да? Тут у нас максимальное количество скелетов воинов. Но это явно лучше, я думаю. Ну так, одеваем. Юбка хуже, насколько я понимаю, да, у нас? Да, юбку продаем. Это тоже. Но мы не продаем, мы это все разбираем. И, соответственно, наконец-то улучшили то, что я хотел. Да, так стало помощнее. Так, это у нас лежит вот здесь все дело. Погнали обратно. Тут у нас контракт. Давай. То, что тут с контрактов кровавые приманки валились, это я помню, когда играл. Первый раз в таком месте. Так, два ключа у нас еще есть. Железо. А что нам тут надо было сделать-то?
Что-то все подзалипли. Маленько. А, я забыл поднять еще новых хилых воинов. Нас теперь 11. Погнали. Заполним этот вампирский сосуд. Не хватает эссенции. Да сейчас хватит. Так, куда ты долбишь-то, а? Больно же. Я еще не готов. Вы что творите, демоны и петушары? Давай, добивай. Вот она. Еще обувь. Обувь нам пригодится. Спасибо. Что бы я без тебя делал? Понятия не имею. Не спаси меня. Что бы ты без меня делал? Давай, мои хилые воины. Так, надо. Поражая противников, так, выставляю, получаете укрепление в объеме 2%. Давай, вот сюда нам надо. А, это опять появился. Так, сундук. И мы пришли, где можно все разобрать. Что, безусловно, хорошо. А где кузнец? Кто из вас кузнец? Здравствуй. Так, ботинки у меня 3. Ваша скорость передвижения повышается на 20. Вы теряете этот бонус на 4, когда получаете урон. Скелетов воинов. Нет, конечно. Разбирай нафиг. И не хватает кожи. Так, значит, еще задание тут какое-то есть выполненное. Давайте его сдадим. Или невыполненная. Мне удалось истребить несколько роев. Надеюсь, проблем с насекомыми больше не будет. Да хранят боги тебя и всех твоих потомков. Может, у нас еще есть надежда. Пожалуй, надо снова засеять поля. Не, мать, пока не ходи там, вампиры. Честно. Я только что там был. Так, сундук где мой? Так, кузнец, и погнали дальше.
Может, еще награду какую тут получу. Да, получу. Ну, блин, реально. Шлем, кстати, шлем. Брони больше ко всем характеристикам. А этот к силе воли. Здоровье при убийстве и к восполнению здоровья, если какое-то время не получаете урон. Ха. Кстати, хороший, по идее. 104, 110. Контрактов тут так, да? Давайте вот этот, пожалуй. А эти разберем. Кузнец, я прости, так, что это. Куда что мне опять к тебе? Полы? Вот все, что осталось. Но так получается. Частенько к тебе приходится подходить. Так, погнали дальше. Нам надо вот сюда. Силы вампира, спасите горожан и помешайте ритуалам. Но так я и так мешаю всем, чем можно, ритуалам. Только не в городе. Да, конечно. Без тебя-то я не знал. Ох ты, блин, разошлись, а? Погнали. Вампиры всегда воевали с оборотнями. Вы... Почему такая недостоверная информация? Где тут кто? Вот. Давай, мочим их. Отлично, и опять обувь. Сколько можно уже этой обуви-то? А, фигня. Погнали. Ой, господи, а серьезно? Сколько можно-то? Я не успеваю отойти даже. Только отошел буквально на секунду, и вы опять появляетесь. Не, ну я не то чтобы против, просто ну, перерыв хоть какой-то делать. Не? Хоть чуть-чуть там передышка. На 5 минут, на 3, на 2. Я буду рад даже одной минуте отдыха без вампиров. На 15. Сейчас добьем и того. Амулет, жезл. Отлично. Амулет. Критические удары.
А у меня окровавленное копье, да? Ладно, потом, некогда разбираться. Погнали дальше. Опять вампиры. А, нельзя было уходить, да? Простите. Я просто не в курсе был, что нельзя. Давай, давай, давай. Так. Что бы я без тебя делала? Ничего, сколько можно говорить? Давай взаимодействовать. Хилые войны, вас много, так что давайте без меня. Справитесь, я думаю. Я просто постою, посмотрю. Ну, смотрите, справляются. Ну, не что прям отлично, но все же. В принципе, за половину времени успел. Рекорд. Чё ты пришел сюда? Уйди. Давайте. Спасибо. Просто я пока там это все делал, увидел вот тут, что лежит. Как бы вот хорошо лежит. Так, дальше куда мы пойдем? Наверное, вот сюда куда-нибудь. Не, давайте вот сюда, мы тут не были. По дороге, может, кого-нибудь еще мочканем. Во-во-во, вот здесь хорошо прям. Чувствую, хорошо. Мы, кстати, выполнили то, что нам надо было. Ну, именно по заданию я имею в виду. Тут у них весело, смотрите. И приманок прям много, вроде как. Что у тебя есть? Ничего нет? Отлично заходит. Опыт рекой можно грести. Выходи. Да-да, спасибо, можешь не говорить.
паника маленькая возникает, конечно, когда у тебя перед глазами все сверкает, моргает, и ни черта не понятно. Так, сундук. Моя нож слишком тяжелая. Ага, уже перегруз. Давай вот сюда сходим еще. И если здесь все хорошо получится... Еще не готов. Давай, где вы? Я еще не готов. Перчаточки. Отлично, кстати. Хилых воинов маленечко. Надо воскресить. Но перчатки надо забрать. Прям как ни крути. Вот это что за фигня? Возьми перчатки. Повышает силу нескольких типов урона из определенного списка. Поочередно убирается один из двух. Но это у меня такое на ботинках было, да? Или где? Или на перчатках? Да, на перчатках, кстати. А эти перчатки сильнее, мощнее. К интеллекту. Не, у меня лучше. Буря костей. А. Перчатки буря костей. Тогда неинтересно. Так, меч. Ну, меч. Меч такой себе. Тоже разберем, наверное. Урон от умений. Не будем разбирать. А вот это все мы с вами разберем. Ну что ж, дорогие друзья, не забывайте подписываться на канал, если вы все еще этого не сделали. Также поставить ваш королевский лайк, если вам понравилась данная серия. И пишите, соответственно, ваши комментарии, давайте ваши советы по сборке каких-либо новых билдов. Особенно по сезону крови я еще разбираюсь, и все пока еще довольно-таки интересно. Увидимся в следующей серии. Всем пока!